Здравствуйте, товарищи! У нас очередное занятие кружка. Наверное, вы уже заметили по записям, которые выходят в интернет. Присутствующие на занятиях это заметили. Так, непосредственные участники этого действия, что мы двигаемся очень медленно. Еще, правда, ни одного протеста ко мне в отношении того, что-то вы так медленно двигаетесь, пока не поступило. И у меня даже такое подозрение, что, возможно, и не поступит. Потому что мы приступили, я сказал бы, к самому непонятному месту в науке логики. Вот дальше будет более понятно, особенно в конце, что есть идея, вот, она преобразует действительность и становится, так сказать, приходит в согласие сама с собой, то есть вот абсолютная идея. А абсолютная идея есть единство теоретической идеи, идеи познания мира и практической идеи добра. Что тут непонятно? Нам это все понятно. Надо познавать и применять эти знания в преобразовании мира. Все это уже у нас вошло, можно сказать, в плоть и в кровь, поэтому у нас там не возникнет трудностей. А вот здесь, казалось бы, что человек копается? Всего три слова. Три слова. Субъект есть предикат. Вот что он так, то есть, прицепился к Гегелю, вот к этим, ну что тут непонятно, субъект есть предикат. Но субъект это вот что? Это всеобщее. Вот сегодняшняя тема, которой мы посвятим занятие, как раз будет посвящена субъекту и предикату. Субъект всеобщее? Всеобщее. Предикат? Тоже всеобщее. Тоже всеобщее. Ну, понятно, всеобщее есть всеобщее. Что такое? Что тут особенно? Но одно всеобщее, которое выступает как вобравшее в себя все стороны этого всеобщее, а второе как всеобщее, которое стремится подвести под себя вот это вот всеобщее, которое является субъектом, как под себя, под то всеобщее, которое оно есть. В этом смысле оно более всеобщее, чем вот это. То есть они еще и вдобавок имеет одинаковые, так сказать, в этом смысле стремления. То есть, если их обдумать, то, что мы говорим об одном, можно сказать о другом. Потом, ну, то, что они не равны при этом, я думаю, это бросается в глаза. Хотя люди, которые привыкли к формальной логике, если им написано «субъект есть предикат», они это рассматривают «есть» как равенство, и все. А Гегель как рассматривает? Не как равенство, а как? Тождество. Тождество есть тождество различного. Если тождество различного, значит, надо остановиться на различиях и посмотреть, что тогда из этого выходит. Что тогда выходит? То есть, на самом деле, изучаются вот потаенные, можно сказать, моменты человеческого мышления. Потому что с осуждением связано рассуждение, а с рассуждениями связано доказательство, с доказательствами связана научность. Поэтому без суждения вообще ничего не работает. Поэтому, когда мы говорим о суждении, выберем самое простое рассуждение, которое есть, просто субъект вида. Субъект есть предикат, но мы знаем, что впереди еще ему заключение, и виды суждений, и так далее. А пока вот только лишь субъект есть предикат. И вот поскольку так въедливо и тщательно Гегель это разбирает, то видно будет, насколько это важно на самом деле. Он разбирает вот диалектику чего? Нашего мысли, потому что, когда мы говорим логика, мы имеем в виду это мысль, выраженная в словах, правильно? Вот он и диалектика мышления и разбирает здесь. Но это он разбирает настолько подробно и тщательно, с учетом, опять же, того, о чем мы в прошлый раз уже говорили, что мы не сначала начинаем, дескать, мы вот те части мы и рассмотрели, забыли, вот сейчас вот это будем рассматривать. Нет, мы теперь будем вот это рассматривать, как вобравшее все то, что было до этого сказано. То есть, что тут рефлексивно, что тут бытие, вот, что тут сущностно и так далее, и что тут действительно. И, то есть, и вот если вы начнете смотреть с этих позиций, вот этот маленький кусочек, который мы сейчас разбираем, то вы увидите, что на самом деле вот он именно так это и демонстрирует, и показывает. Чего не делают никакие руководства по формальной логике. Ну, там просто классификация идет такая удобная, чтобы все это разделить, расписать, какие бывают суждения, какие бывают заключения у Аристотеля. А здесь говорится, никакие бывают. А в чем их, так сказать, смысл этих суждений? И почему и они являются этим? В связи с этим я
Повторю тот вопрос, который я в прошлый раз задавал, а именно, а что такое суждение? Вот у нас знает это один человек. Суждение что такое? Суждение – это положенное в самом понятии определенность понятия. С ума сойти. Вот. Учитесь, товарищ. Положенное в самом понятии определенность понятия. Кто хочет сказать, что такое определенность? Товарищ Войтюк, должны сказать, что такое определенность. Там уже много накидал слов. Мы их долго будем разбирать. Определенность. Сейчас. То есть нам бы как бы не надо забыть то, что мы тогда изучали, потому что мы как раз, что тут понимаешь, это всплывает снова, но всплывает, потому что оно утонуло в этих более глубоких, более широких понятиях, утонуло. Все это содержится. Раз все это содержится, значит, мы это должны не то, чтобы забыть, что это мы проходили раньше и все, а мы это вот и сейчас должны помнить, потому, поэтому то, что сказал, скажем, Константин Александрович, должно быть развернуто. А какой смысл-то? Определенность понятия, еще и положенное. Это вообще как ругательство выглядит. Народ будет возмущаться, совершенно непонятно ничего, что вы говорите. Определенность, понятие, вы же, товарищи, вы тебя сбили. Это уже нехорошо. Ну, сбили человека. Понятие? Сбили, да, вот человека, вот, не может он думать. Да. Небытие. Так. Да, правильно. Да. Взятое бытие таким образом, что конкретно целое? Конкретно целое выступает в форме бытия. Ну, правильно. Значит, ныряем в начало и видим, что такое определенность. Но это вот вопрос у меня, может, потому он вызвал трудность, что у Гегеля не так. Он сначала получает, потом называет. А я спросил наоборот. Скажите, что такое определенность? Надо это вроде переворачивать, то, что Гегель. А у Гегеля просто шел своей дорогой и пришел к тому, что есть некое небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму небытия. Указал на это небытие. И вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Вот так понятно, диалектически. А вот как я перевернул, это так делают математики. Скажите, вот определение того. А так определения, они сначала, то есть они выводятся, эти категории, а потом мы запоминаем, что они собой представляют. И вот Павел Борисович стал думать и вспомнил, естественно, потому что он стал думать, а как он стал думать? Он стал думать, откуда это все, как оно двигалось, и тогда у него это появилось в сознании. А если просто вспоминать, ну, это невозможно запомнить, все определения просто так вот запомнить. То есть они никак не стоят в единстве друг с другом, одно из другого не выходит, и я не знаю, у кого есть такая память запоминать. У меня такой нет, по крайней мере. То есть мы бы все пропали, если бы надо было запоминать. А тут понятно, что это выводится. То есть определенность, во-первых, это не бытие. И никогда нельзя ее брать как бытие. А если возьмешь ее как бытие, это что будет? Качество, есть люди продвинутые, они сразу скажут, если возьмете так, как не надо, то есть возьмете небытие как бытие, ну а почему вы его так вот так извращенно берете, а как я могу это взять? Даже это 100 раз небытие, если я это взял, оно есть, значит оно бытие. Но взято оно отрицательное, то есть это же не я. Вот согласны все, что этот микрофон – это не я. Я – это я, а микрофон – это микрофон. И это моя определенность, в том смысле, что я сейчас, так сказать, вот, подключен к микрофону, микрофон подключен ко мне, но микрофон – это не я. Это не бытие. Но принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, поскольку у нас идет занятие, и я ведущий этого занятия. Это дает какую определенность? Потому что я ведущий в том числе. Сразу можно посмотреть, если у него болтается где-то микрофон, значит, наверное, ведущий. Или какой-нибудь начальник, который сейчас объявит, что еще на этом занятии заканчивается, и тоже у него другой должен быть микрофон. Или громкая связь сейчас сразу скажут, выходите. И все. Вот, определенность, как положенное понятие. А что значит положенное? То есть взято еще со своим отрицанием. Положенность, то, что положено, то, что находится в единстве со своим отрицанием.
Вот вы тут сидите, а ведь вам придется уйти по окончании круга занятий. Вы осознаете это? Вот теперь вы тут уже как положенное находитесь, а не просто находитесь. А то вы просто находитесь, я есть, я тут сижу. Ну, сидите пока, пока вас отсюда не попросили, вежливо, да? Вместе со мной меня также вежливо попросят, так сказать, спасибо большое, да, и прочее. Вот это положенность. То есть то, что берется с отрицанием. А что не берется с отрицанием? Куда не пойдете вы? Добро пожаловать куда-нибудь. И потом говорят, все, время закончилось, особенно в музее говорят. Особенно, когда говорят, всем спасибо. Это что значит, вас благодарят или вас выгоняют? Все свободны. Да, все свободны, наконец-то свободны. Да. И все, никто уже не радуется, что он свободен. А были тут как в тюрьме. И вот все свободны. То есть это, вот она положенность, она употребляется сплошь и рядом. Поэтому это мы вот, так сказать, сразу поняли, что такое определенность, что такое суждение. То есть мы что рассматриваем с вами? Суждение или понятие сейчас? Понятие. Понятие. И добрались в рассмотрении понятия до суждения. То есть рассматриваем определенность понятия. То есть что мы сделали? Опять та же самая картина. Есть некое бытие, понятие. Понятие – это же бытие. Ну какое уже? Такое, которое восстановлено через сущность. Это мы знаем, да? Вот мы рассматриваем понятие, в этом понятии нашли определенность, и вот эта определенность положена, у нее есть форма определенная, то есть вот она не какая-нибудь другая, не такая, как в целом понятие, а именно такую форму имеет. То есть отрицается вот, так сказать, общий вид, а здесь конкретный вид. Конкретный вид этой определенности, то есть это положенная определенность, и так и положено. Положено в виде субъект, есть предикат. И поэтому, раз такая-то сложная вещь, то есть если мы понимаем, что это некая вершина огромного айсберга, что из-за этим вот уже мы много лет с вами занимаемся в кружке любителей гегельской диалектики, это вот мы находимся сейчас на вершине и должны через вот этот субъект и предикат увидеть то, что мы прошли, и применить это к тому, что есть субъект, к тому, что есть предикат, и потом добраться до этой связки несчастной, которая непонятна ее роль тут. Что значит есть, когда тут сразу бросается в глаза, что не есть? Ну, это субъект, я бы мог сразу сказать, что субъект – это субъект, а предикат – это предикат. А что тут сказано? Кого вы хотите обмануть, что субъект есть предикат? Субъект – это субъект, а предикат есть предикат. А тут заявляется вот, напрямую, что субъект есть предикат. И этот народ, естественно, должен мучиться. Нет, тот народ, который на это не обращает внимания, и который пошел мимо этой логики, он это не увидит. Поэтому вот, ну что дает изучение науки логики, помимо того, что дает вообще изучение диалектики, там, в высоком смысле слова, там, как метода, как учение вообще о развитии, как учение о борьбе противоположностей, учение о противоречиях и о том, как все противоречиво. А кроме всего прочего, он дает такую мыслительную зоркость, что вы это смотрите. Смотрите, вы каждое высказывание рассматриваете очень критически, очень тщательно. И не просто так не пропускаете. И поэтому вы сразу видите, ну, как бы не тот звук, не тот смысл, который тут появляется. Ну, вот теперь, после этого предисловия, которое я сделал, я хочу обратить ваше внимание как раз на то, что я сегодня начинал говорить. Вот смотрите, товарищ Саврасов, я уже его уличил, что он наизусть шпарит из страницы 50. Поскольку суждение есть положенная определенность понятия, ей присущи указанные различия, непосредственно и абстрактно, как единичность и всеобщность. Вот отсюда что вытекает. То есть вот Константин Константинович прямо это сказал, а дальше поскольку уже Гегель рассуждает. Поскольку суждение есть положенная определенность понятия, на этом мы останавливались, ей присущи указанные различия непосредственно и абстрактно. Какие различия? Различия, которые перед этим были. Какие у нас были перед этим различия в понятии? Единичные. Всеобщее, особенное и единичное. Причем всеобщее – это некое вот это же бытие в понятии, правильно? Особенное – это с определенностью оно же.
Ну, а единичное – это еще раз определенность, это второе отрицание. Определенность есть отрицание, как сказал товарищ Павел Борисович. Мы это вот сразу пускаем тогда в дело. Так, значит, определенность есть отрицание. Особенно это, значит, это первое отрицание, а единичное – это второе отрицание. А раз второе отрицание, то тот, кто будет нам доказывать, что единичное – это всеобщее, тот ломится в открытую дверь. Мы это уже с вами как бы осознали. Правильно? Потому что мы давно уже осознали, что двойное отрицание дает утверждение. В связи с этим мне вспомнился анекдот, как два философа собрались. Один так смотрит на другого, говорит, вот два отрицания дают утверждение. А вот чтобы два утверждения давали отрицание, такого, пожалуй, не может быть. А второй говорит, ну да, конечно. Великий могучий язык. Ну, в русском есть, может, и в других языках, наверное, есть. В развитых, как говорит Гегель, в развитых языках. Если нет, то это не развитый. Ну да, конечно. Ну, все поняли в науке логики? Отвечайте. Ну, как вот вы отвечаете? Надо сказать, меня спросите, все ли я понял? Ну, спросите. Ничего плохого не будет, пожалуйста, спрашивайте. Вы все поняли, Михаил? Ну да, конечно. Ну, я два раза повторил, что все понял, правда? Ну да, конечно. Вот, поэтому для нас, так сказать, такое состояние, когда мы находимся в процессе познания, оно бесконечно, является совершенно нормальным состоянием. Причем лучше познать мало, чем много не познать. Поэтому у нас вот всякие нагромождения существуют. Недавно мне прислали статью на рецензию. Это ужас какой-то. Какие-то, так сказать, повторяются самые разные термины. Никакой нет глубины, ни связи, ничего. Ну, и я даже, поскольку я рецензент официально, я там высказал то, что я по этому поводу думаю, что это ничего общего с наукой не имеет, которая система знаний. Тут нет ни проблемы, ни исследования этой проблемы, ни создания системы, и нет, соответственно, выводов, и она вообще не может быть опубликована, и все. Вот. Ну вот смотрите, как что получилось. Значит, поскольку суждение есть положенная определенность понятия, есть присущие указанные различия, непосредственно и абстрактно. Это непосредственно и абстрактно, как единичность и всеобщность. Это значит, дальше мы будем это их изучать, и будет не просто абстрактно, непосредственно единичность и всеобщность, а будет это раскрыто более полно. И вот начинается это раскрыть. Но понятие, ну, поскольку понятие составляет существенное основание суждения, вот это откуда такие слова? Понятие составляет существенное основание суждения. Мы можем понять, а причем слово «основание» написано курсивом. Но основание – это из какого тома? Категория? Из сущности. Учение о сущности. То есть человек, который не проходил, не изучал учение о сущности, ему это ничего вообще не говорит. А нам это говорит. Если... Так мало того, что… А тут даже написано «существенное основание». И уж для тех, кто забыл, из какого тома, то поскольку написано «существенное основание», тут уж, как говорится, ошибиться невозможно. Правильно? То есть… Тогда мы, сказать, у нас в голове должно всплыть, что вот основанием этого суждения является что? Понятие. Понятие, все, само понятие является основанием суждения. Ну, понятно, что основанием определенности является то, определенностью чего это является. Вот ваш ум – это ваша определенность, да? Вот. Но вы-то не ум, а вы-то человек. Ну вот. А дальше вот это суждение. Что дальше идет? Я имею в виду страницу 51 в этом издании. Вы пришли без него, поскольку все знаете наизусть. Я понял, товарищ Шабусов. Больше вас не спрашиваю. Вот. Будем спрашивать других, у которых книжки есть. Значит, на странице 51 начинается изучение вот этих суждений, вот этой вот коротенького, этого короткого предложения, суждения, что это субъект есть предикат. Как чего? Как противоречие.
А противоречие. То есть, потому что есть противоречие. Противоречие здесь ясно налицо. Во-первых, суждение – это не… субъект – это не предикат. Согласны? Субъект – не предикат же. Написано, тут слева субъект, справа предикат. Ну, вообще-то так все боятся согласиться. Соглашайтесь. Да соглашайтесь. Субъект есть предикат. Это тождественность. Ну, есть. Может, есть, но есть. Ну, субъект – это предикат. И он же субъект, это же не предикат. Ну, что мы получили? Субъект есть предикат, и субъект не есть предикат. Первое – правильно. Субъект есть предикат. Правильно? Правильно. Субъект – это же не предикат. Тоже правильно. Вас это удивляет, как членов кружка по диалектике, поскольку диалектика изучает… противоречие. Вас удивляет, что это два противоположных высказывания взяты в единстве? Вас это удивляет? Нас это не должно. Если даже нас это удивляет, все равно должны сказать, что нас это не должно удивлять, потому что в этом смысл или суть диалектического рассмотрения. Рассмотреть в единстве два противоположных суждения, посмотреть, какой это имеет смысл. И имеет ли смысл, и какой. Смысл это имеет. Потому что, скажем, даже если мы зададимся целью определить, что такое хороший человек – это человек, у которого есть недостатки или у которого их нет? Есть. Есть и нету. У человека всегда есть недостатки. Вы отвечаете на поставленный вопрос. Под запись идет все. У человека есть недостатки? Есть. Все. У человека есть недостатки. То есть недостатки – это же отрицание. Отрицание, отрицание. Добра положительного, да? Да. Недостатки в действиях проявляются? В действиях проявляются? А, да, в действиях. Каких? В направленных на развитие общества или в антиобщественных действиях проявляются недостатки? В развитии общества. Недостатки в развитии? Нет, вы, нет. Так это, вы понимаете развитие? То есть, так, развитие – это движение от простого к сложному. А недостатки вообще проявляются в том, что они мешают этому развитию или помогают? Конечно, мешают. Мешают. У вас есть недостатки? Есть. Да ваши действия эти, вот, которые мешают развитию общества, антиобщественные? Антиобщественные ваши действия, товарищ Шалков? Нет, нет. Как же не антиобщественные, если они мешают развитию общества? Ну, мешают же развитию общества. Да, сами сказали. Надо исправлять. Вы путаетесь в показаниях. Так. Выявили античеловеческую позицию. А еще кто-то, еще у кого есть недостатки? Вот с вами тут еще есть люди. У кого недостатки? Ну, у кого тут есть? Еще есть такие люди, у которых тоже вот они, у которых есть действия, которые противоположны в развитии общества? Нету. Нету? Да. То есть вы одиночка? Не понял. Ну, одиночка неорганизованной группы вы действуете. Я беру на себя. Это я имею в виду. Ну, это меньше вам полагается, естественно. Вас не заложится. Я просто не понял. Ну, посидите, поймете потом. И все сразу понимают. То есть, кто такой положительный человек? Это человек, у которого нет отрицательных качеств, или тот человек, у которого наряду с положительными, который является целым, есть и отрицательный. Только и вот у Гегеля мы это видели, там, где мы рассматривали тождество и различие, там, где речь шла о рефлексии, что вот правильное понимание целого – это такое, или тотальности. Целое и свой момент. Причем целое выступает как целое, а поскольку его отрицание – это тоже его момент, оно выступает как целое и как свой момент, а другой момент, то есть его отрицание, выступает только как момент. И вот пока, товарищ Шабасов, вы как целое положительный человек, то есть способствуете развитию общества, у вас есть отрицание, но оно не образует этого целого, оно лишь ваше отрицание в целом, вы положительный человек. А когда вы вдруг превращаетесь в человека, у которого отрицательное становится целым, а у каждого отрицательного есть положительное, правильно, которое способствует развитию общества. И тогда вот человек, противоположный обществу или там антиобщественный человек, он представляет собой тоже целое, в котором есть отрицательный момент. То есть отрицательный как для него, а в чем он состоит? В том, что он что-то для общества хорошее делает. Нет таких подлецов, которые ничего хорошего не сделали. Например, способствовали тому, что люди стали с подлецами бороться. Научились, потому что иначе, ну, без мошенников не научишься бороться с мошенниками.
Так что во всем можно найти другую сторону. Вот я хочу обратить ваше внимание, вот с этой точки зрения я и рассматривал при подготовке к занятиям, то, что вот у нас здесь говорится, именно везде просвечивает то, что он находится, мы находимся тут на вершине горы, и постоянно обращаемся к предыдущим категориям, которые есть, и которые вот в этой фразе «субъект есть предикат» тут все просвечивают через эту фразу. Субъект, как единичное, выступает ближайшим образом, как сущее. Для тех, кто не понял, слово «сущее», посмотрите, написано каким шрифтом? Курсивом. Курсивом. Это для чего написано? Это написано именно потому, что, чтобы обратили внимание, что это сущее. А что такое сущее, Алексей Сергеевич? Сущее. Это что есть. Да, это бытие. Не просто что есть, а то, что непосредственно. У вас, я знаю, там у вас кофемашина, она не сущая. А сущая у вас сейчас книга «Наука логики». Сущая – то, что есть непосредственно. У меня желудок есть. Никто не видит? И я не вижу. Но он есть. Про других не говорю. Ну, мы различаем то, что есть, только то, что вообще есть. Конечно, сущая – это есть. Но это мало. Сущее – это то, что есть непосредственно. Вот непосредственно мы видим, ключи у вас есть, телефон пока есть. Не, ну всяко бывает. Сегодня есть, да, то нет. Мы же знаем, сущее – это же тут сущий пустяк. Это что такое сущий пустяк? Пустяк, но есть. А когда нету этого пустяка, так все. Где-то он есть, у кого-то есть. Ведь для есть это все равно. У вас есть или у меня? Это вам все равно, где есть? Давайте сюда свой телефон. Запись. Если это все равно. Ну, вас же не все равно. Тогда он будет вот здесь непосредственно, мой, сущий. Вот тут сущий. А сейчас он у вас сущий. То есть, к чему у нас вот в этом смысле? Вот иногда говорят, как у него все построено, как все непонятно. А я вот, например, должен сказать, что мы должны восхищаться. Как у него все продумано, чтобы люди, ну, двигались, но только он должен, ну, помогать вот это богатство осознать. Он не придумывает никаких должных сложностей, просто так сложно все устроено. Кто будет сомневаться, если мир устроен очень сложно? Кто будет спорить? Вы будете спорить со мной? Будете со мной спорить? Не будете. Вот видите, уже у нас есть человек, который со мной не спорит. Один. Насчет мира. Ну, один, это достаточно. Вот, то есть, и это все тут сделано, это же отдельная еще работа, вот когда с рукописью, что вы должны выделить, что выделить курсивом, что как подчеркнуть, повторить, или там, если написано в себе бытие, как пишется в себе бытие? Через дефисы. А? Через дефисы. Почему? Чтобы было одно, чтобы это не было три. Каких-то элементов. Это один элемент. В себе бытие – это всего лишь… Что это такое в себе бытие? Что такое в себе бытие? Вы все знаете, Константин Константинович. В себе бытие что такое? В себе бытие – да. Это бытие, равное самому себе. Вот видите, я же говорил, он все знает. Равное? Да, это равенство с собой. Момент? Равенство, момент, да. Равенство, да. Момент равенства с собой. Собой, да. А бытие длинного – это что? Неравенство с собой. Момент неравенства. Момент такой, который есть неравенство с собой. Момент бытия, неравенство с собой. Вот вы бытие для иного или в себе бытие? Как вы ответите на этот вопрос? Вопрос-то на засыпку. Не ответите? Не отвечу. Ну, видите, мудрость проявилась. Вам надо работать в Министерстве иностранных дел. А кто ответит? Татьяна Валерьевна. И то, и другое. Учитесь вот. Учитесь. И уже и все, и спорить бесполезно. Итак, смотрите, субъект как единичный выступает ближайшим образом как сущий. Он не выступает как сущий, а выступает ближайшим образом как сущий. Это что значит? Ну, это только ближайшим. То есть это тут, вот это же положенная определенность. То есть это с отрицанием прямо берется. То есть выступает, да, это только ближайшим образом. То есть не останавливайтесь на этом. Идите дальше, товарищи. Не ограничивайтесь тем, что у вас сейчас этот вот телефон есть. Вот сейчас только есть. Нет, вы хотите, чтобы он у меня, чтобы он подвергался возможности отрицания. Это мне не надо. Мне нужно, чтобы он у меня не просто был сущий, а чтобы он вообще был.
Мы же народ-то сейчас подготовленный. Знаем эти приемчики. Так все мошенники делают. Сначала что-то дадут, а потом все об тебя берут. Потом пускают, еще за моральный вред дайте нам еще столько же. Сколько стоит этот телефон. Так. Как некоторый действительный предмет. Понятие действительности это где? Сущность. Учение о сущности. Хотя бы он и был лишь предметом представления. Видите, вот мы находимся здесь. В субъективной логике здесь никаких действительных предметов нету. А он говорит, как некоторые сравнения. То есть он не действительный предмет, а как некоторый действительный предмет, хотя бы он и был лишь предметом представления. Как, например, храбрость. Может быть, она действительным предметом? Ну как? Как действительный предмет? Мы ее рассматриваем как предмет, что вот она есть у человека, есть она у него, храбрость, она проявляется во многом, она прочно держится и так далее. Храбрость, право, соответствие и тому подобное. Предмет, о котором судят. И вот мы приехали. Предмет, о котором судят, потому что мы не забываем, что мы здесь находимся в сфере понятия. Напротив, это вот мы говорили про субъект. Вот я подчеркнул субъект, а потом подчеркнул предикат. А субъект, смотрите, вначале, субъект как единичное сверху, в первой строке. А здесь предикат как всеобщее. Вот тут это не выделено, но и субъект выделено как единичное, и предикат выделено, и всеобщее выделено. То есть как бы, ну, все Гегель сделал, чтобы нам было понятно. Что он мог еще сделать? Он все сделал, умер, сказал. По-русски дальше... написать. А? По-русски написать. Он по-русски все написал. Нет, вот. Ну, на немецком языке. Немецкими буквами. Я, говорит, по-русски вам объясняю. Хэдэхох. Чего непонятно? Мы по-английски хэнд. Чего тут такого непонятно? Это же все. Так. Так вот, значит, субъект мы теперь берем как единичное, то есть как понятие, которое мы уже знаем, бывает единичное, и как всего, предикат как всеобщее. И что у нас получается? Единичное есть всеобщее. Ну уж точно, единичное это есть. Мы знаем, что единичное это всеобщее, мы это проходили. И что всеобщее может быть взято и как единичное, потому что бывает конкретно всеобщее, которое, так сказать, все обладает всеми, так сказать, моментами, которые есть. Предмет, о котором судит, напротив, предикат как всеобщее, выступает какая-то рефлексия о предмете суждения. Рефлексия написана как? Курсивом. То есть вот все, что должно нам напоминать о том, что мы находимся на вершине логической горы, и что нам пришлось забраться на эту гору от бытия, от сущего, и через разные формы бытия и добрались мы до единичного, до субъекта как единичного. И тут есть и рефлексия, и предметы есть, хотя уже не в том смысле, а как их отражение, поскольку это субъективное. И рефлексия о предмете суждения. А что такое рефлексия? Отражение. Вот что-нибудь. О, приятно просто. Вы правильно очень сели. Вам и книжку он не взял. Зачем, говорит, книжка? Я знаю, все без книжки. А вот эти люди не знают, они рабы этих книжек. Ну, это молодежь, они, у них с памятью тяжело. Да, верно. Ну, что вы хотите? Конечно. А есть люди продвинутые, как вот Павел Борисович? У него нету книжки, у него там специальные. Он вообще в интернете, в мировой сети. Нет? Ну, в интернете с отрицанием. С отрицанием того, что он в интернете. Он просто оттуда скачал. И теперь рассматривает это как сущее. Так. Выступает как эта рефлексия о предмете суждения. Или вернее, как его рефлексия в себя самого. Ходящая за пределы указанной непосредственности. Указанной непосредственности, то есть сущее вот этого. И снимающие определенности, как всего лишь сущие. Снимающие определенности, как всего лишь сущие. Они не просто сущие, они глубже. Предикат выступает как его в себе бытие. Что значит предикат выступает как его в себе бытие? Вот вы как раз хотели перевести на русский язык.
товарищ Марат. Переведите, пожалуйста, на русский этот предмет. Предмет выступает. А? Ну что тут, себе вам уже объяснил, Константин Владимирович, это равенство с собой. Предмет, предикат выступает как равенство этого субъекта с собой. Вот вы самому себе равны? Вы меня уже ловили на это. Что значит ловили? Я лучше помню. А вы что, не равны, что ли? Но кто говорит о том, что вы равны? Это об этом говорит предикат. Он специально об этом говорит. Тут роли распределены. Вот вы субъект, вы молчите. А есть предикат? Вот. Товарищ Удовиченко, вы можете сказать об этом вот субъекте что-нибудь такое хорошее? Марат молчалив. Молчалив предикат. То есть это вы как мудрость расцениваете? Понятно. Я спросил, что хорошего? Говорит, хорошее то, что он ничего не сказал. Какая-то ядовитая, это положенная определенность. С отрицанием такая, дескать. Спрашивают, что хорошего можно сказать? Он молчалив, потому что если он что-нибудь скажет, ну, схватиться за голову надо. Вот. То есть как вот продвинутые есть люди некоторые, и так ядовито высказываются, а считаются чуть ли не родственниками. Это ужас. Так, идем дальше. Значит, предикат выступает как в себе бытие субъекта. То есть как равенство с собой. Это подчеркивается, что он, вот равенство в нем. Субъект все равно не равен самому себе, а вот он в предикате он равен самому себе. Как бы он ни менялся, допустим, вот я брал это стандартный пример, скажем, конкретное яблоко Антоновка, она же Антоновка, вот это яблоко конкретное, которое я держу в руках, сущее, есть Антоновка. Это такое, может быть, и такое, и маленькое, и большое. И почти желтое, или совсем белое. А это все равно яблоко. То есть оно, равенство с собой-то выражается в предикате. Это очень интересно, правильно? То есть мы не просто вот эту, сказали эту фразу «субъект есть предикат». Кто это не читал, кто это не видел, все знают. А тут получается, что вот предикат, он выражает равенство единичного с собой. Вам же хочется с собой быть равным, потому что... Если вы будете не равны с собой, то могут документики отобрать. Почему? Потому что человек был один, а сейчас другой. А как докажешь тогда, если уже не равен с собой? Все. А все мы не равны. Ну, у нас, к счастью, есть предикат. И тут предикат берем. И в качестве предиката у нас выступает паспорт. Это я тоже. Ну, уже не, я тут как сущий, да? Единичный. Но у меня в кармане есть мой предикат. И там написано, что я Попов Михаил Васильевич. И меня не... Поэтому, если у кого нет с собой этого паспорта, его могут до 3 часов задержать для выяснения личности, а меня нельзя. А если скажут, что предикат не есть вы, то есть не похожи вы на свой предикат, который там сфотографирован? Тогда я буду обращаться в соответствующие судебные инстанции, потому что вы превысили свои служебные полномочия. У меня паспорт есть, это претензия к тому, кто выдавал паспорт. Ко мне нет претензий. Там есть моя фотография, все. Это предикат. У вас есть предикат? У меня есть. С собой есть? Нет? Ну, вот вы рискуете. После вчерашнего я не принес предикат. Ну, вот вы рискуете. Так, придется везти на машине. Могут остановить, правда. Проверят нас дальше. Мы дальше поедем, а вас повезут. У меня и от квартиры предиката нет. Да значит, вы еще не освоили вот это. Да, надо я пока что на первых не шли. Да, вот. Ну, то есть вы сам глубже всех освоите это, я так понял. Никто так глубоко не освоит, потому что у вас это насущное теперь, это сущее для вас. А для всех остальных это так, сущее, просто бытие. Так, постольку суждение исходит из единичного как первого, непосредственного. И возводит его через суждение во всеобщность. Это хорошо. Единичный возводится во всеобщность. Вот вы, как единичный человек, есть человек. И это звучит гордо. А как паспорт? Марат Сергеевич есть. Это, ну что паспорт? Паспорт это то, что это просто, как это называется? Просто во всеобщность вас. Просто во всеобщность. Неизвестно что. Наряду с камнями, там, наряду с яблоками. А тут вас как человека.
уже во всеобщность возводит. То есть вы как конкретный человек являетесь человеком вообще, а это звучит гордо. Вы как человек, Марат Сергеевич, бесконечный и вечный. То есть хорошо? Правда, как и обратно. Не надо о прошлом, плохом. У нас кружок для любителей гейтской идеи, для тех, кто изыскивает из нее какие-то такие нехорошие стороны. Вот сами-то вы так сразу загрустили. Хотите эту грусть передать остальным и сделать ее всеобщей. Так. И возводит его через суждение. Вы все, обратите внимание, возводит курсивом через суждение во всеобщность курсивом. Равно как и обратно. А обратно теперь берем. Всеобщее, которое есть лишь в себе. Равно самому себе. В себе это равно самому себе. Да? Всеобщее. Оно нисходит в единичном до наличного бытия и становится некоторым для себя сущим, непосредственным. Для себя сущим, а для себя бытие – это уже такое, которое не имеет границ. Вспомните, для себя и бытие чем отличается от конечного? Конечное – это момент. Это нечто взято со своей имманентной границей. А для себя бытие – это бесконечное. А что значит бесконечное? Нет границы. Вот нет границ познания вашим. Марат Сергеевич, вот вы должны радоваться, что у вас нет никаких, вот безграничный простор. И не только у вас, и у всех здесь сидящих. Это же хорошо. Нет ограничений. Нету даже той границы, через которую надо переходить. Потому что по природе своей человек безграничное, всеобщее. И хотя каждый у нас вот здесь сидящий единичный, вот другие товарищи, которые тут не сидят и не смотрят это вот занятие, они уже пока это и не обладают таким свойством. А вот здесь кто находится, и те, кто смотрит, те обладают свойством принадлежности ко всеобщему. Во всяком случае, они, для них принадлежность ко всеобщему – это и есть сущие. То есть они так себя и воспринимают. Товарищ Васьковский, вы осознали, что вы будете жить вечно в памяти народной? Да. А что вы ели и где сидели, это, конечно, выветрится. Во многом. Если вы не станете очень большим человеком, чтобы вот там собирать черепки и там все ваши, так сказать, предметы отдельно, но это не обязательно. Важно, чтобы вот главное было сделано. И вы будете жить вечно. Но более того, это относится не только вот к товарищу Васьковскому и другим членам нашего кружка. И не только членам нашего кружка, а вообще ко всем людям. Почему? Потому что люди как сущность человека какова? Так, обращаемся к тому, кто у нас все знает. Сущность человека, товарищ Шабасов. В чем сущность человека? Человек – сущность, значит, в действии человека, который… То есть в преступных действиях, может быть, даже, да? Ну, зачем преступное? Так, прокололся Шабасов. Вот есть у него недостатки, но все-таки он прокололся. Сразу вы толкаете это куда, на преступность? У меня работа такая. Вот так вот с вами. Мы тут записываем. Так. Так в чем сущность человека? Вы хоть знаете, в чем сущность человека? Вы сам-то человек? Человек. А ваша сущность в чем? Общественных отношениях. Между кем и кем? Сначала между папой и мамой. Да, в общественных отношениях сущность человека вот по Марксу шпарит, товарищ. Угу. Маркс, я знаком вам? Знаком. Учитесь вот. Это вот ваш продолжатель. Спасибо. Он развивает ваше учение. Да. Ваше и Маркса. Маркса и ваше. Значит, сущность человека в общественных отношениях. А о бытие человека, так, определение человека, кого спросить? Вот вы знаете точное определение человека. То есть просто определение человека? Просто определение человека. Мыслящий разум. Это вы по Гегелю? Да. А Гегель – идеалист. Ага. Вы тоже идеалист? По Марксу спрашиваете? По Энгельсу. А вот знает, некоторые знают по Энгельсу. Давайте и спросим. Татьяна Валерьевна. Ой, как будет по Энгельсу сущность, определение человека? Человек – животное, разумное, общество.
общественное, разумное, трудящееся, говорящее. Все правильно, с точностью только до порядка. Я бы порядок поставил такой. Я думаю, что все товарищи согласятся, и вы тоже согласитесь. Потому что кто создал человека? Труд, да? Поэтому. Но прежде чем появился труд, сначала были общественные животные, обезьяны. А есть еще муравьи, а есть пчелы. Так вот, человек есть животное, а, общественное, с этого начинается, б, трудящееся. А в труде требуется взаимодействовать, то есть нужны сигналы, говорящие. И только когда он говорящий, можно говорить о том, что он разумный. Правильно? Но это определение человека. А его я спросил не об определении. А для некоторых товарищей, которые не изучают науку, говорят, да что тут изучать? У них нет такой проблемы. Для них все равно это бытие человека или сущность человека. А сущность у него общественная. Тут есть еще люди, есть люди, у которых сущность они общественная. Что? Тут есть люди, которые сущность, у которых не общественная. И с ненавистью посмотрел на ведущего. Вот, то есть, хотя на самом деле, а сущность она же противоречива, поэтому эти же самые бандиты, они же не где-нибудь действуют. Они же действуют в обществе, поэтому их сущности, к сожалению, их сущность тоже, они тоже принадлежат к сущности и являются в самой сущности отрицанием этой сущности, но в сущности. И еще хуже, если вас просто со стороны пойдут и стукнут, это будет отрицание вашего бытия, а вас вообще изнутри подрывает, все подрывает, общество подрывает. Это отрицание сущности, это страшнее, сущностные преступления. Ну, это наука не знает. Зато вот право знает такое, что меня вот вообще всегда приводит просто в восхищение, что вот суды наши могут устанавливать наказание ниже нижнего предела. Ну, написано это, так прямо написано. Вот когда будете читать уголовно-процессуальный кодекс, дозволяется судьям устанавливать наказание ниже нижнего предела. И это иногда в сообщениях вы читаете. То есть судьи развиваются, они переходят в предел. Да. То есть там люди, вот люди, которые это писали, они понимают, что это граница, предел – это граница, которую переходит. Поэтому нормально, может быть, ее перехлить. А если переходишь нижнюю границу, это развиваешься, деградируешь? Если переходит нижнюю границу, то вот нижняя, вот то, куда перешли, это и будет нижняя граница. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Так поэтому все ниже, ниже, ниже. Вот у нас все время растет благосостояние людей, и в итоге за 4 года доходы, реальные доходы трудящихся теперь составляют 90,5% от уровня 2013 года. Они читали опоре Зенона про Ахиллеса и черепаху, и Ахиллес никак не доходит. А у него только опоре, они так никак не, в единстве не берут. Они только застряли эти стрелы в головах у людей, а у Гегеля они не застряли, они разрешаются, эти противоречия. Все противоречия, которые Гегель вскрывает, он же их и показывает, как они разрешают. Вот в чем величие вот этой книги. И они разрешаются как? Переходом в более высокую категорию, более сложную. И так идет развитие. А, дескать, увидели противоречия и застряли. С одной стороны, движение состоит в том, что мы эту точку проходим. А с другой стороны, мы эту точку не проходим, если мы движемся. Если мы только ее проходим, то есть находимся, то мы не движемся. И так можно застрять. А у нас сколько народу ездит на машинах, хоть бы хны. И все время разрешает это противоречие. Так. Постольку в суждении исходит из единичного, как первого непосредственно, и возводит его через суждение во всеобщность, равно как обратно, всеобщее, которое есть лишь в себе, а это относится уже к предикату, не исходит в единичном до наличного бытия или становится некоторым для себя сущим, то есть бесконечным. Вот это единичное, оно становится благодаря этому бесконечным. Поэтому о человеке можно, о любом, сначала можно спросить ваше фамилия, имя, отчество. Но, собственно, это не так важно. Важно, что сущность ваша общественная. И вы принадлежите к бесконечному и вечному человечеству. Поэтому вот так из этого исходите в своей практической работе. Что значит,
Что значит, у нас есть проблемы? Да это не ваши проблемы, это проблемы общественные. Надо общественные проблемы решать. А как вы хотите решить свои личные проблемы, не решив общественные? Не решите вы их. Кого больше всего убивает? Представители низшего класса или высшего класса? Низшего. А? Нет, высшего. Ну, кому вы нужны, Валерий Александрович? Кому вы нужны с вашей зарплатой? Убивает тех, у кого есть миллионы или миллиарды. А мы-то кому нужны? Мы никому не нужны. Чего странного-то? А что у вас возьмешь? Не знаю, а вы намекаете, что у вас есть миллиарды? Цепи. А? Цепи. Золотые. Ну, умалчивает. Я встречался в Смольном, мы сидели в Смольном, газете «Народная правда», с представителем, молодым таким бизнесменом, говорю, вот мы раньше были революционеры объектами атак. А теперь-то что, нас никто не трогает. Вот у вас могут в любой момент на вас напасть, забрать, а поскольку вы не отдаете, вас же и убьют. Поэтому вы на переднем крае, мы преклоняемся. Вы его обидели. А? Вы его обидели. Нет, я его предупредил. Надо быть бдительным. Был у нас около нашего университета, проезжал такой один в бронированном автомобиле. Так подошли с базухой, направили прямо вот между первой и второй дверью. И туда шарахнули, и все. Или помните, был депутат законодательного собрания, подошли прямо на площади Ленинской и Новоселу. И положили сверху мину. И потом тот, кто положил, отошел. Это может депутату, который занимался бизнесом, оторвало голову. Вы не занимаетесь бизнесом? Нет. В этом ваше счастье. Ну, поэтому мы даже мы всех уважаем. Мы понимаем, кто рискует. Что-то риск тут есть. Это необходимый риск есть. Вон в Дерипаске какой риск. Что отберут вообще весь бизнес. Или Рыболовлев. 2 миллиарда долларов у него. Поехал за границу в Монако проверить, как там футбол-то играют, его сколько прибыли-то дают. Раз его и в суд. Потом говорят, ну ладно, отпускаем, но будете приезжать на суд. Что это за жизнь такая? 2 миллиарда долларов, и надо приезжать на суд в какой-то Монако. Ну что это вам вот такую жизнь устроить? Это же одно расстройство. А мы вот освобождены от этого, поскольку у нас сущность общественная. Мы не ограничены этими суммами. Они же ограничивают, правильно? Это же граница. Хотя они все время через границу выходят, думают, больше станет денег. Ну вот стало больше и у Абрамовича. И что? Теперь скрывается в Израиле, гражданство оформлял. Потому что что-то у него никак в Англии там его тормозят. Никакой никто не хочет. Все хотят у него отобрать. Потому что выходишь за границу России, а там думают, как забрать деньги у него, раз он из России. А как забрать? Очень просто, не надо забирать, просто арестовать счета. Арестовать – это не отнять ведь. Это означает, что он не может пользоваться. А кто пользоваться будет? Тот банк, в котором еще эти счета, и он эти деньги будут его давать в кредит другим субъектам и получать прибыль. И эти могут быть арестованы навечно. И все. Вам не жалко этих товарищей? Мне, например, жалко. Давайте хоть кто-то, ни у кого слезы не навернулись. Вот я старался как-то жаловаться. Вот я только покашлял один товарищ, и все. Это значение суждения следует брать как его объективный смысл и вместе с тем, как истину встречавшихся у нас ранее форм перехода. И вот сейчас я это прочитаю, и на этом мы закончим сегодняшнее занятие. Смотрите, что написано. Это значение суждения... Вот о том, что вот в суждении субъект – это единичное, исходит из единичной и переводит его в всеобщность, а вот возводит его, а вот всеобщий предикат низводится до единичного. Нисходит в единичном до наличного бытия, чтобы оно не было просто определенностью, оно было бы наличным, что оно есть в виде этого предмета. И вот это значение суждения следует брать как его объективный смысл, объективный опять курсивом выделено для тех, кто вот быстро читает и пропустит. Вот ему объективный написано курсивом. И вместе с тем, как истину встречавшуюся у нас ранее форм перехода. И дальше перечислено, что раньше встречалось. И буквально все содержание науки логики до этого вот имевшееся изложено в одном абзаце. Обратите внимание, вот все такое сгущенное. В сгущенном виде вот здесь учение
объективной логики. Сущее становится и изменяется. Конечное тонет в бесконечном. Существующее выходит из своего основания, вступает в явление и идет ко дну, погружается в основание. Акциденция выявляет богатство субстанции, равно как ее мощь. В бытии необходимое соотношение обнаруживает себя через переход в другое, в сущности через свечение в некотором другом. И эти переход и свечение теперь перешли в первоначальное разделение понятия. Первоначальное разделение понятия – это суждение. Которое понятие, возвращая единичное его в себе бытие, его всеобщности, вместе с тем определяет всеобщее как действительное. И все это категории, вот, пройденные нами. И эти два процесса, то, что единичность полагается в ее рефлексии в себя, а всеобщее полагается как определенная суть, одно и то же. И вот мы, пожалуйста, с вами рассмотрели такую тему, очень интересную и полезную, субъект и предикат. Хотя, вот, так сказать, при первом чтении я это быстренько прочитывал и пошел дальше, не обращая внимания на это дело. А здесь, конечно, так сказать, само устройство науки логики, само устройство нашей системы диалектической логики вот, представлено наиболее ярко. И вот вы хотели краткое изложение науки логики, вот вам краткое изложение, это средний абзац на странице 51. Все изложено до этого момента. И когда читают люди, которые это изучали, то, конечно, они это все, так сказать, припоминают, как это все это проходит. Тем более, благодаря вот работе нашего товарища Самсоненко, который отражает, рефлектирует, благодаря этому у нас имеется постоянное, все записано, все ходы записаны, и поэтому занятия нашего кружка за ряд лет могут быть просмотрены любым человеком. Ну и мы наблюдаем, что вот выйдет, и каждое очередное занятие просматривает примерно 1500 человек. Здесь сидит немножко меньше. Спасибо за внимание.